назван самый страшный фильм ужасов в истории. Лидером среди ужасающих хорроров стала лента Ouija – «Проклятие Вероники». Рейтинг ленты на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 100%. Испанскую ленту Ouija – «Проклятие Вероники» Пако Пласа назвали самым страшным хоррором в истории. Об этом пишет мрейтинг картины на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 100%. Ouija – это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют «доской дьявола», потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий, отмечено в описании фильма. Также сказано, что доска обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу. Первые пользователи сети уже поделились своими впечатлениями о фильме. Одна из них с ником Ринкенди отметила, что фильм такой страшный, что просто невозможно. В основу ленты Ouija «Проклятие Вероники» положены реальные исторические события, которые произошли с испанской школьницей в 1991 году. Девочка скончалась после игры с доской Ouija. Ранее сообщалось, что был обнародован рейтинг 100 лучших фильмов всех времен. Результаты рейтинга базируются на оценках сайта Rotten Tomatoes. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.